Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на моем занятии. Приготовьте, пожалуйста, ваше рабочее место. Сегодня для занятий нам понадобится простой карандаш, ножницы, цветная бумага, линейка, а также клей-карандаш. Желательно клей-карандаш. Сегодня мы сделаем милых черных котиков из цветной бумаги. Нам понадобится черная цветная бумага. Из черной цветной бумаги мы отрезаем длинную полоску по длине цветной бумаги шириной 3 см. Теперь с каждой стороны выделяем по 7 сантиметров. Теперь складываем по намеченным линиям, так чтобы наша полоска плотно соединялась стык в стык. Так, с этой стороны то же самое. Теперь полученную полоску мы соединяем и склеиваем вот таким образом. Для этого одну сторону мы смазываем клеем. Аккуратно соединяем. Пальцами разглаживаем. Таким образом. Таким образом у нас получается основа для будущего котика. У нас получается основа для кота. Теперь наша задача сделать голову. Для этого на отдельном листочке небольшого размера мы рисуем сердечко. Рисуем форму сердца и вырезаем. Итак, сердечко мы переворачиваем. И вот эту часть мы отрезаем. То есть уголочек мы сглаживаем. Теперь сделаем уши. Для этого на отдельном листочке рисуем треугольники.
можно подставить нашу мордочку, заготовочку, и нарисовать треугольные ушки. Вот таким образом. Итак, уши готовы. Приклеиваем их аккуратно сзади. Теперь из розовой бумаги нам необходимо сделать внутреннюю часть ушек. Для этого отрезаем небольшой кусочек цветной бумаги розового цвета. И можно сложить пополам, чтобы вышли одинаковые. Этот способ можно применять и для ушек. Складываем и рисуем маленькие треугольнички. Тоже желательно скругленные, то есть сглаженные углы. Так, ну на камере не видно. И вырезаем. Когда вырезаем, тщательно держим, чтобы листы бумаги не разлетелись. Треугольнички у нас получились. Что-то у меня сегодня с фокусом проблемы. Их мы тоже приклеиваем на ушки. Теперь необходимо сделать глазки. Цвет глаз вы выбираете сами. У меня это будут зеленые глаза. Также складываем пополам небольшой листочек цветной бумаги. И рисуем круг такого размера, которого вы хотите сделать глаза. Так, чуть-чуть поменьше. Примеряйте к мордочке и вырезаем. Таким же способом вырезаем зрачки, то есть это два круга черного цвета, только поменьше. Ну, если вы не хотите вырезать, можно просто нарисовать маркером. Так будет гораздо удобнее. Лучше сначала приклеить глазки, а потом нарисовать зрачки. Так будет гораздо удобнее и аккуратнее. При желании можно нарисовать блик. Вот такие две белые точечки в зрачках очень украшают. Также из розового цвета мы вырезаем маленький носик. Это будет треугольник. Вот так. Чик. И этот треугольник мы аккуратно приклеим вот сюда. Вот так. Ну, можно еще поменьше сделать. Теперь эту мордашку мы, конечно, должны приклеить на полоску, но сначала сделаем лапки. Для этого складываем полоску бумаги цветной вот таким образом. Так, примеряем, устраивает ли нас длина наших лапок. И рисуем также карандашом наши лапки.
Так, рисуем такую фигуру. Кончиком лапка она у нас сужается. И вырезаем. Так, примеряем лапочки. Все ли нас устраивает? Так, они будут у нас. И, конечно же, приклеиваем. Приклеиваем мы, конечно, на одном и том же уровне. Смотрите, приклеиваем лапки так, чтобы кошечка у нас в дальнейшем стояла. То есть сейчас вот я чуть-чуть смещу лапки вверх. Смотрим, лапки стоят или не стоят. Обязательно беленьким можно прорисовать его коготки. Ну что, готово? Нет, еще не готово. Черный кот не готов. Еще. Теперь, конечно, мы приклеиваем нашу голову котика. Это? Да. Вот так. Смазываем аккуратно клеем. Давай сделаем носик. Так. Давай сделаем носик. Носик, носик. Мы сделали. Красивый. И приклеиваем. А вот нет. Таким образом. Давай сделаем носик. Носик. Вот так. Носик. Смотри. Для того, чтобы сделать нам хвост для кота, мы отрезаем просто полосочку ровную. Да, полосочку, чтобы пустить теплое. Так, а конец, кончик полоски мы закругляем. Ну, наконец-то. Анюта, давай сделаем хвостик фиолетового. Давай фиолетовый, розовый и желтый. Давай. И синий, и оранжевый, и серый. Давай еще. Ну, пожалуйста. Это же хорошо же. Да, хорошо. Хвостик можно с помощью ножниц закруглить. А это глазки? Да. Ой, какая глазка. Маска, да. Смотрим. И вот таким образом приклеиваем получившийся хвостик. Ну, да. Хвостик спрятала и хвостик. Ой, какая красивая. Так. Носик. Все. Готово. Нет. Вот такой котенок у нас с вами получился. Присылайте ваши поделки в группу в Вайбере. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!